Хана Тюра. Вот она. Мы вошли. А где это мы? Я знаю не больше твоего, братец. Древо! Мы под залом путешествия между мирами. Но почему потолок внизу? Эти двери, похоже, копии тех, что наверху. Наверх. Тюр использовал ту же магию для защиты черной руны. Возможно, то, что нам нужно внутри. О, рядом с дверью в Йотунхейм. Любопытно. Но достанем ли мы? Не отсюда. Что там сзади? Так, комната внутри комнаты. Гобелены. Наверное, тоже великаны делали. Похоже, что Тюр был у них в большом почете. Ого! Кто это? Сын, эта руна значит Йотунхейм. Ну да, смотри. Мы по ту сторону двери. Дверь наоборот. Что скажешь? Отойди. Ладно. Видишь, что движется? Все! Все! Thank you.
Удивительно. Вся комната стоит на какой-то оси. По обе стороны цепи. А без них... Можно повернуть храм. Ладно. Повернуть? О, начинается! Вроде они не нападают. Сын, на статуях. Вижу, тут сказано «бездна». Зловеще. Ну, читай. Первого раньше, последнего позже, пуста середина, и тени нет тоже. Аутр. Ты уверен, что нам нужно именно повернуть храм, чтобы попасть в тату? Ты сказал, что мы пройдем здесь. Храм можно повернуть. Поэтому мы поворачиваем храм. Железная логика. Не знаю, что будет, когда мы перевернем зал, связанный с восьмью мирами. Это любопытно, но вряд ли это доставит нас в Йотунхейм. Я бы рискнул. Хотя не знаю, может, вы с Тюром одинаково безумны? Сын, здесь еще один. Тут сказано Бергельмир. Мама говорила, это король великанов. Да, так и есть. И не просто король. У него была куча детей. Это, малыш, еще очень мягко сказано. Он мертв, но его никто не убивал. Великаны умирают от старости? Иногда. Но это редкость, почти сказка. Это что, армия статуй? Не думаю, что они оживают, если ты об этом. Тюр считал, что в его мире солдатами должны быть только статуи. У него доброе сердце, конечно, но ни капли самоиронии, правда? Надо попасть туда, где соединяются цепи. Снова эти ловушки. Thank you.
Я тут подумал, может, меня пока мальчик понесет? Ну нет, ты же все пропустишь. Тебе ведь это нравится, да? Я тут подумал, может, меня пока мальчик понесет? Ну нет, ты же все пропустишь. Тебе ведь это нравится, да? Пора тебе действовать, брат. Грома! Оставьте их в покое. Но это явно не про нас. Это я почувствовал.
Давай, брат!
еще вторая цепь. Это другой. Разнообразие – это очень важно. Huh!
никогда не сомневался. Да ну! Пока боги не подобреют. Долго ждать придется. Не, это они просто нас ждут. Thank you.
Сын. Слушаю. Перевернем храм. Слушаюсь. Давай не будем говорить «перевернем храм». Это начинает казаться нормальным. Я знаю, что я обещал, но если не получится, помните, Тюр не зря создал эти препятствия. Он не дал Одину добраться до Йотунхейма, но мира не добился. Но надежда-то есть. Мы теперь действуем сообща. Мы едины. Вот о чем говорила руна на двери. Мы идем путем Тюра. Используй ноги, брат. Он знает. Я просто хочу помочь. Я буду рад, что ты рядом, брат. И мы не погибли. Это хорошо. Там, слева. Отсюда можно забраться в зал путешествий между мирами. Видишь, Мимир? Никто бы не справился в одиночку. Все эти препятствия дают понять, на что мы способны. Все спорят. Мы с отцом. Ты с Фрейей. Синдри с Броком. Но когда мы действуем сообща, мы сильны. Это и есть испытание Тюра. Поэтому мы попадем в Йотунхейм. Слышишь, брат? Мальчик обрел равновесие. А это что? Ты сказал мудрые слова, Трей. И я рад это слышать. Храм так и задуман, вверх дном. Смотри, дерево вверх тормашками. Или мы. Я уже не уверен. Сын, где нож? Ну, что у нас? Какой-то путевой камень. Покажи-ка. Клянусь Аудумлой, это же камень единства. Уверен? Не думал, что он существует. Если он был у Тюра, тогда ясно, как он смог побывать во всех землях, в каждом из миров. Камень был у него. Там, среди книг Одина. Да. Да! Ну вот теперь-то я все понял! Там был изображен Тюр в мире между мирами. Ты знаешь, что сходить с тропы нельзя? Вот. А Тюр всегда шел своей тропой. Понимаешь, о чем я? Мир между мирами. В храме Тюра он изображался шагающим с ветви мирового древа. Думаешь, чтобы попасть в Йотунхейм, нам нужно тоже так сделать? Да. Ой-ой-ой,
Ты и правда это задумал. Давайте к делу! Это все? Если ты решил кинуться в бездну, надеюсь, ты крепко подумал. Это твоя идея. Идти своим путем, так? Проклятие! Здесь Тюр ступил за грань, и камень единства его защитил. Готов? Готов. Ну, если это все, был рад знакомству. Поверь мне. Это невероятно! Я думал, что тут мост! Как меня может тошнить без желудка? Да ладно, было здорово! Смотри. Башня, я знал, что тут что-то есть! Удивительно! Как спрятать то, что существует во всех мирах сразу? Вышвырнуть в пространство между мирами. Ай да Тюр! Там будет Йотунхейм? Не может быть! Нельзя же пройти к вершине Мидгарда через Ванахейм! Как это использовать? Предлагаю заглянуть внутрь. Но будьте начеку, испытание Тюра сложнее, чем может показаться. Я заметил. Бедновато. Пьедестал. О нет! Она забрала камень! Башня поглощает энергию камня! Что-то происходит! Она движется? Движется! Она знает, что делать. Камень сослужил свою службу. Мы выполняем заклинание Тюра. И что теперь? Не знаю, брат. Но мы сюда добрались, худшие уже позади. Ну нет, ошибся насчет худшего. Берегись сзади! Huh!
Берегись, сзади! Они идут. Сзади!
да. Но где мы? Смотри, мы снова в Мидгарде. А вот мост. Получилось. Башня снова на своем месте. Из путевого зала Тюра можно попасть в Йотунхейм. Как Тюр это сделал? Один заподозрил, что гиганты втайне хранят часть первородной субстанции, из которой были созданы все миры. Камень Единства должно быть тоже из нее. Тяжко же им было, раз они доверились чужаку, даже если это Тюр. А еще можно зажечь все жаровни и посмотреть, что будет. Ну, вот и все. Гондул, смотри! Это поможет нам в бою с остальными валькириями.